Всем привет подписчикам моего канала. Сегодня вот такой вот обзор находок помоек, можно назвать, мусорок. Так, тоже оно было найдено. Так, тут я вот утренний был у меня заезд в город. Ну и тут немного я помоек обошел, там несколько штук. И вот мне попалось. Там выкинуты диски всякие были, CD-диски, DVD, и вот я нашел четыре картриджа, по-моему, это Sega. Sega, да. Они были в боксах, боксы я не стал брать, просто я их выкинул сразу же. Вот это взял из них, из боксов четыре картриджа. Там, значит, я в центре города был, в дневное время там. Вот такую вот радиоточку нашел. В общем, выбросили там видеокассеты, и она вот вместе с ними, там куча видеокассет была. И эту штуку такая я взял. Это абонентский громкоговоритель, который сразу вставляется в розетку, в радиосети, и слушаем. Называется он Новгород. Вот радиоточка раритетная. Дальше у нас еще идут такие вот компьютерные колонки. Не проверял, робят, не робят, что-нибудь проверку пока не делал. Свен акустика. Фонарищик. Часы. Кстати, разбирали тут, непонятно. Еще вот такие часы, браслет. Ну что тут не работает, скорее всего, надо батарейки надо менять. Часы Rolex. Часы даже запакованные, ну да, не двое, оба одинаковые, вот такие вот. Да, это вот такие же. Маленько по-другому. Такие вот телефончики Nokia. Ну, батарейки нет, крышки нет. iPhone. Развалино. Еще вот такой вот телефончик. Приставочка в пульте, я не знаю, что им, походу это кабель, придется их разобрать надо, все равно мне тут делать нечего. Приставку. Шнур HDMI пригодится.
подключать цифровые приставки. Это тоже кабельного телевидения Дом.ру. Ну, думаю, это только на разбор пойдет. Куда вот я? Даже пульт есть. Убор питания. Питание пригодится. Скорее всего, это 12-вольтовый. Тоже все равно было найдено. Вот такой вот пылесос. Томас. Отключая, так трещит он. Хотя посмотрим, что им пылесосили. Что и выкинули его. Заглянем внутрь. Что им, сами видите, что им пылесосили. Тут цемент галимый. Ну еще вот такая задница от телевизора. Видать, его разбили. Походу матрица ушла на металл, то что там металл имеет. А вот это вот осталось возле помойки лежать. Вижу, что здесь было питание на месте. И материнская плата. Это телевизор у нас. Мистери. Вот модель его. ТВ 2602 Далбиге. Его питание не вам пригодится, то что у него мистерии частенько в ремонт бывает. Так что его питание, возможно, и живой. Материнка, не знаю, куда еще пригодится, не пригодится. Вот так вот его раздолбали. И вот эту бросили. Остальное я там больше ничего не нашел. Ну, вот. Смотрите, модель. Вот что от телевизора осталось. Металлисты, видать, поработали над ним. Вот такой обзор находок. Пишите, комментируйте. Всем до новых видео.